Это уже становится, друзья, некой традицией помурчать перед началом видеоролика в микрофон. В общем-то, всех рад приветствовать, с вами я, Пандосов Иксович. И у нас в игре стартовали тотсики. А это значит, вас сегодня ждет грандиознейший контент. Больше недели сидел я, копил пакцы, так, честно, это мой кофе. Давай ты не будешь у меня его воровать, спасибо. Давайте сразу этот видеоролик внезапно и красиво начнем. Один из четырех кумиров. Честер говорит, что он очень хочет открыть этот пак, чувствует, что здесь что-то будет легендарное. Так, ладно, давайте, без плашек, без ничего, открываем пик на кумира. И мы видим, что... Спасибо, Честер, найс трай, как говорится. Ну, тут чисто рейтинг забираем, вряд ли этой карточкой играть буду. Ну, хотя при этом он до сих пор стоит денег, 400 с копейками. Этот видеоролик будет в двух частях, так скажем, первая... часть — это нарезочка с вчерашней трансляцией. И я также задонатил 12 тысяч поинтов. Откроем все самые красивые, все самые сочные наборы в магазине на двух аккаунтах. Ну и, конечно же, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин. У них есть удобнейшее приложение, гениальнейший сайт, между прочим, который работает на высокотехнологичной платформе. И промо 2024, не забывайте. Все подробности будут по ссылочке в закрепленном комментарии. А если вам, друзья, нужны бусты, монеты, покупки игр, продление подписок, все, что душе угодно, ссылочка на мой личный сайт по продаже всего этого добра будет в описании. Надеюсь, я не зря все эти паки копил. В заданиях еще за 40 уровень есть пик на кумира, один из трех. Все, друзья, вы готовы? Мы начинаем. Один из трех. Может, сразу с тотса начнем? Даже самого бичевского тотса не дали. Вау. Это невероятно. Так, ну окей. Два пика на кумира. Ну, скажу так. А что тут говорить? Тут даже говорить ничего не надо. Вы сами все видите. Что это за кошмар? Так, ну и второй пик. Что-то начало не задалось от слова совсем, да, друзья? Блядь, 50 паков. 10.80. Наконец-то мы дождались. Первый тотс, друзья. Я не верю. Я не верю. Я открыл уже 60 паков. И только спустя столько времени... И это кто? Кто ты? Первого тотса поймали? Кумира скрафтили? Давайте попытаемся что-нибудь поймать. В очередной раз. Ах, как приятно. Все зимние говнари. Еще один тотс. Наконец-то. Наконец-то мы начинаем их видеть. Кто это? Рафа мужик. Мужика. Рафа мужик. Кто? Что за бомжи мне падают? А есть нормальные тотсы? Я просил тотсы, но... Видимо, нужно было уточнять, что мне нужны нормальные тотсы, а не вот эти вот. И это у нас кто? Кто? Давид Коста. Блять, на Ляо похож. Еще один. Два подряд. Робинсон. Ну, а у этого Робертсона, кстати, статы неплохие в целом. Добрались мы до гарантированного тотса. Давайте посмотрим, кого они мне гарантом дадут. Дадут мне дубликат. Я вот не сомневался ни на секунду. Так, скампик. Один из четырех. 88. Плюс открываем. Ух, какие карты. 500 тысяч Тамори стоит. Ну, на этом аккаунте еще одна сборка на кумира. Уже четвертая получается. Пока что просто ужас нам падает. Ну, почему ты? Ну, отстанет мне этот тотичек, блин. Эдерсон. И за Эдерсоном у нас, друзья, кто? Кто? Опять этот Рафа мужик. Ну, отъебись. О, еще один, пожалуйста, Бразилия. Кто за Алисоном? Кто, пожалуйста, не дубликат. Loftus Cheek. Мы видим разнообразие. Loftus Cheek. Это еще лайф-карта, кстати. Каковы шансы у этого гения? Куда мне его поставить? Вместо Де Брюйне попробовать. Еще один тотс, два подряд, ребята. Германия, ФРВ, а кто там? Есть что-то интересное? Очень сомневаюсь, это какая-то девчонка, наверное. Ну, почти. Бейер мне выпал. Модрича, пожалуйста, дайте Модрича. Ну, пожалуйста, ну, по-братски. Модрича, ну. Атаменди, да. Пандос, смотрел тебя еще, когда динозавры в FIFA 15 бегали. Не знаю, застали вы это время или нет, но я вот в свое время играл вот в это вот. Ставьте лайк, если играли вот в это. Pro Evolution 2006, блядь. Там какие-то чит-коды были. Вот мы водили с корешами и играли вот в это вот. Я за страусов любил бегать. У них так хвостики смешно двигались с крыльями. С кайфом бы отыграл Викинг Лигу за пингвинов.
Но мне кажется, и так ощущение, как будто мы за пингвинов играем, не? 10.85. Пожалуйста, будет тот, будет. Испанец, форвард. Кто? Опять этот мужик, блядь. Это мужик. О, двойной волкаут Тотсов. Такое тоже бывает. Мужик и Давид Коста. Да. Так, что получается? 11 Тотсов в Томори упал. 2 Тотса, можно сказать, в основу. Попробуем вот этого вот Робинсона, потому что Эшли Кол мне вообще не нравится. Мы на моем втором аккаунте. Давайте пытаемся что-нибудь поймать. Блин, я себе эволюционирую. Тут Хаверса начал. И он выходит в СБЧ. 12 пиков 85+. На прошлом аккаунте была катастрофа. Что же будет на этом? Начало неплохое. О, второй пик и сразу же Тотс. На прошлом аккаунте ни одного Тотса из этих пиков мне не упало. Блин, ну а где Тотса? Ну, типа, да, мне один упал, но я думал, что эти пики имба... Блин, я кумира открыл! Я кумира открыл! Я думал, я пик открываю, тут кумиры вылетают. Случайно открыл пик на кумира. Ну что, забираем дубликата лама? Еще один пик на кумира. Ну, как будто бы эти пики на кумиров прям, ну, совсем печально выглядят. Сколько я уже их собрал? Один хуже другого просто. Так, в общем-то, на этом моменте трансляция у меня закончилась. И я пошел к себе в спальню чилить. Как обычно, вы знаете, я люблю пооткрывать пакцы еще самим собой. У меня было 120 паков, сейчас у меня 26 осталось. Что мне упало? Собственно, я поймал вот эту вот девчонку. Уивер. Потом ее снова поймал. Потом снова ее. Потом опять же она. Я сидел и не понимал, это что за максимальная подкрутка на мой аккаунт на эту карточку. Также мне пару раз упала другая девчонка Терланд, упал Атаменди, упала Сантос, 92 рейтинг с тремя плейстайлами. И, друзья, Кудус также зашел ко мне на огонечек. И даже в количестве двух штук. То есть это та самая карточка, которую, мне кажется, не стыдно поставить в основной состав. Жалко, конечно, что 4 на 4 только. Навешивать умеет, трюкачит и бежит. То есть, ну, эта карта очень крутая, с пейсом 98. Это пока что, получается, самая дорогая карточка, стоит 500 тысяч. Забавно, что я тут Хаверца себе параллельно эволюционировать начал 89-го. И он же выходит в СБЧ. Я его начал собирать на двух аккаунтах. Различные прикольные развития у меня тут выходят. Допустим, ребята, смотрите, как я молчано могу апгрейднуть на рейтинг 90. Еще и нотика дадут, прекрасно. Также, друзья, моего любимого Подольски можно апгрейднуть. Ну, я этим займусь уже на своем другом аккаунте, где у меня Фири 5 на финтах будет. Охренеть, дриблинг отличный. Также Мукуеле тут можно апгрейднуть. Поздравляю всех, кто его собрал, но это что за машина? Что за статы? Сразу 5 статок 90+. Так, ну, собственно, пока что, ребята, у меня Кудус, 12 тысяч поинтов. Поехали вскрывать. Я как перестал много бухать, терапию кофе каждый день. Так, я думаю, что стоит начать вот с этого пака. Это пик. Я готов. Удивите меня, яшники. Что-нибудь легендарное. А, тут еще раз можно такой пик открыть. Ну давайте, еще 600 поинтов. Знаете, что сейчас произошло? А я вам сейчас покажу. В общем-то, Читас очень любит у меня сидеть прямо у приставки, потому что она излучает тепло. И он иногда вот так вот садится и начинает провод мой дергать от интернета. Читас. Давай, Читас. Я надеюсь, не зря ты мне тут прервал покопенинг. Открываем. Пожалуйста. Ну. Ну, все, открывается пик. Ну что это такое, Читос? Ну все было зря, что ли? Так, едем дальше. Пак за 500 поинтов. Тотс. Есть, Тотс имеется. Флаги смотрим. Француз, ЦЗ, кто там? Пожалуйста, давайте без рафа мужиков и прочих говнарей. Дайте что-нибудь хорошее. Кто это? Это Сабаслай, у которого довольно-таки прикольные стады, но он ничего не стоит. Вот в чем парадокс. Ну и, кстати, это был продаваемый пак, поэтому скажем лайк этому паку. Тут у нас два гарантированных Тотслайва. Вот это уже становится интересным. Открываем. Так, Уивер, и за Уивер у нас кто? Робинсон. Тоже довольно-таки неплохая карточка, к слову. Но, опять же, все утыкается в то, что стоит она копейки, там 100 тысяч. 25 дубликатов. Да, 3 Тотса. 3 Тотса упало. Так, друзья, ну и самый вкусный пак, как мне кажется, 4000 поинтов, 3 гарантированных Тотс Лайф 1.90+. И плюс 75 игроков 84 и выше. Это звучит интересно. Открываем. Хочу с плашкой даже, знаете. Так, 3 Тотса, которых, кстати, у меня нет, они не дубликаты, это интересно. Так, первая карта, 86 физуха, 90 дриблинг, вряд ли это что-то интересное, это Рафа мужик, спасибо. Вторая карточка, опа, это может быть, а что это? Это какой-то ЦЗшник, либо краёк.
Оп, Хинкапи. Ну, кстати, карта выглядит интересно. Я не знаю, стоит ли она денег, но как будто бы неплохая. Хотя нет, енота нет, срань. Так, ну и третья карта, тоже дриблинг 90. Боже, серьезно? Серьезно, настолько плохо? И еще 3 тотса. То есть, суммарно, получается, 6 тотсов не упало в одном паке. Вау. 6 тотсов это вау, а все остальное, конечно же, не вау. Ну что, на этом аккаунте, можно сказать, 2 тотса в основу. Это Кудус и Робинсон. Буду тестировать в предстоящей Викинг-лиге. Так, друзья, мы на next аккаунте. Пока что у меня тут Лофтус Чик и Робинсон на тесте. Начнем с продаваемых паков по 500 поинтов полетели. Так, тотс имеется, это уже радует. Продаваемый тотс. И здесь тоже падает Сабаслай. Хорошо, 100 тысяч есть. А, это еще и двойной. Продаваемый двойной, кто? Пожалуйста, Терланд, нет. Как бы сейчас было классно, если бы какой-нибудь Бруно Фернандеш продаваемый упал. Ну ладно, выпендриваться не буду. Два продаваемых тотса, это неплохо. Так, давайте теперь пик откроем за 600 поинтов. Оп, пик открывается. Терланд опять, да что ж ты будешь делать? Окей, давайте еще один пик откроем. Может быть, здесь повезет. Давайте, ну пожалуйста, ну, шеф, Мерино. Ну, Мерино, ну, хоть что-то новое, интересное. Хотя вряд ли. Сколько этот испанский гений стоит? 35 тысяч. Карта со статами, как у Гулита, стоит сущие копейки, да. Так, ну и давайте здесь тоже откроем вот эти вот сочные наборы. Пак за 2000 поинтов. Let's go. Ну, Модрич, Бруно Фернандеш, вы где, ребята? Ну опять это... Двойной, пожалуйста, двойной, хорошо. Терланд, ну пожалуйста, кто за Терландом? Клаус! Ну слушайте, вот это хорошо. Три плейстайла с шансом на апгрейд. Это хорошая карта на ПЗ. Я сейчас думал Замброту, может быть, собрать, но я что-то думаю, что Клаус будет покруче. Еще КДБ упал. Сколько Клаус стоит? Ни хрена себе, 215 тысяч. Лучше бы, конечно, золотого енотика ему дали. Ну ладно, выпендриваться не будем. Так, друзья, ну и самый сочный пак за 675 тысяч поинтов. Ну, я думаю, здесь тоже по статкам посмотрим. Открываем. Ого! 5 тотсов, ребята! 5 тотсов! И они не дубликаты, ничего себе! Чувствую, сейчас будет что-то легендарное. 5 тотсов без дубликатов. Первая карточка, 90 дриблинг. Это Давид Коста. Вторая карточка, это у нас Рафа Мужик. Третья карточка, что-то знакомое, шеф, блин. Четвертая. О, 94 дриблинга. Вот это вот как будто бы уже может быть что-то интересное, не? Оп, за! Отлично, за тоже стоит денег. Прекрасно. И пятая карта, пожалуйста. Пожалуйста. О, это Кудус, кажется, ребята. Его статки я запомнил. Так, ну вот в последнем паке хорошо насыпали. Посмотрите, 5 тотсов. За и Кудус. Классно. Это карточки интересные. Один стоит 300 тысяч, второй 500 тысяч. Да, понятное дело, это не Модрич за миллионы миллиардов, но все же. Так, в дубликатах еще 2 тотса. Мерино и Терланд. 7 тотсов в одном паке, друзья. Ничего себе. Игра наваливает прям по полной. Ну что, стоит сказать спасибо за такой прекраснейший дроп. В общем-то, благодаря этим невероятным тотсикам я себе, друзья, скрафтил. Знаете кого? Я думаю, догадываетесь. Кай Хаверц, который как бы говорит: братан, сейчас как апгрейды получу и залечу к тебе в основу. Ну, слушайте, ребята, команда у меня нормально так преобразилась. Сразу 6 тотсов в основу получается. Все эти карточки продегустирую, затестирую, возможно, даже какой-нибудь геймплейный ролик запишу. Если вам будет интересно, 6 тысяч лайков убедят меня в том, что вы хотите геймплейный ролик с тотсиками. В общем-то, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Пандос Фиксович. Оставляйте лукасы, классные комментарии. Спасибо вот этим вот ребятам, которые поддерживают меня на Boosty. Вы также можете подписаться, там ролики выходят чуть раньше, чем на основном канале. Ну и, собственно, все. Я погнал. Чао, какао.